Здравствуйте! Уже 12-й год подряд трезвенники Санкт-Петербурга встречают светский Новый год не за праздничным столом, а с молитвой в Александро-Невской лавре. В день святого мученика Ванифатия они идут крестным ходом по Никольскому кладбищу, вспоминая тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за народную трезвость. Наш очередной выпуск посвящен именно этому событию. Поможет нам Господь в продолжении этого движения, чтобы спасти нашу Святую Русь. Спасибо. Этот путь с Матерью Церковью, с нашим народом, этот путь со Христом, и всегда наша русская земля жила идеалом святости, идеалом тем, который направлял наш русский народ своими и мыслями, и чувствами, и делами шествовать от земли на небо. И дай Бог, чтобы и мы сегодня были с нашим русским народом, который избирает путь жизни, а не путь смерти. Дай Бог, чтобы мы были в этой реке святости, которая течет от земли на небо. Дай Бог нам не быть осколками, дай Бог нам избрать этот путь, по которому уже прошли многие из наших братьев и сестер. И вот поэтому мы вместе сегодня, поэтому мы именно из наших чувств солидарности, желая идти по этому пути и желая поддержать друг друга, собрались в сегодняшний день. Это наш выбор, это наша радость, это наше счастье, это наш новый смысл жизни, который каждый обрел, войдя, переступив порог храма и соединив свою судьбу с Матерью Церковью. Я скажу о том, что сегодня совершалось еще во многих храмах божественная литургия ночная, и многие трезвенники символически желали и именно внутренне, как бы желая быть вместе друг с другом и со Христом, начинали Новый год божественной литургией ровно в 00 часов. И, как говорят, как начнешь год, так он и будет продолжаться. И вот мне сегодня и многим из нас выпала эта радость участвовать в божественной ночной литургии. И мы провозглашали, мы начинали божественную литургию возгласом «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Дай Бог нам жить в этом Царстве, Царстве Божьем, Царстве любви. Трезвенники останавливаются у могил священника Александра Рождественского, преснопамятного митрополита Яна Снычева и убежденного до самой смерти трезвенника Владимира Михайлова. Это люди, имена которых стали символами трезвости. Сами они являются примерами для потомков. Эти люди для меня являются примером, потому что они занимали такие посты, да, как отцы, да, как представители нашей веры православной. И они являлись, ну, подвижниками в этой сфере, в сфере трезвости, трудились в этом направлении. Конечно, для меня это огромнейший пример. Я считаю, это должен быть пример для всей России. Я являюсь членом общины трезвенников братца Иоанна Чурикова. Сюда я прихожу уже третий год. Для меня это знак начала Нового года, значит, это крестный ход трезвенников, начало Нового года в трезвом образе. Плюс здесь мы ходим, читаются молитвы, акафисты,
подвижником, кто трудился на ниве трезвости. Для меня это большой знак, именно с моей даже стороны, то, что я сюда прихожу рано утром 1 числа, 1 января, что я трезвый, и все вокруг меня собрались трезвые. Потому что, сами знаете, сейчас много людей провели Новый год в нетрезвом состоянии, а мы здесь благодарим Господа Бога, что мы трезвые. Вот, и молимся за наших детей, за наших близких, чтобы они тоже были трезвые. На крестном ходе присутствовали и достаточно известные трезвенники. Например, Юрий Николаевич Федоров, член православного клуба «Бодрствование». Он лично знал Владимира Алексеевича Михайлова и является продолжателем его дела. Он уже вот поставил трезвенное движение уже на православную основу. То есть он продолжил, взял все лучшее у Геннадия Андреевича Шичко и стремился к тому, чтобы уже, значит, люди давали обет трезвости уже. Вот это он особенно, значит, пропагандировал, и пример, и я сам, и многие там люди, и он считал, что это вот очень огромное значение имеет. И, ну, он своим примером, значит, показывал, как не только, ну, вот, значит, вот трезвый образ жизни, но каким образом вот, восстанавливал церкви он. Вот, и на самую трудную работу вот, он всегда брал на себя. Вот я когда, например, был с ним в деревне, так вот, и он престол сам делал, и крышу крыл вот, в церкви. Он восстанавливал много церкви, участвовал. И, ну, и, конечно, вел людей, вот это занятие вел, и стремился привлечь как можно больше, значит, вот людей. Он создателем был вот клуба «Бодрствование святого мученика Бонифатия», который благословил в 93-м году митрополит Иоанн. Вот. И он потом возглавлял Всероссийское общество трезвости Иоанна Предтечи. В Екатеринбурге мы там были многократно. И, значит, и там тоже он организовал это движение, ну, так же, как и в других городах. И, конечно, его помнят по всей стране, и в Москве был, и в разных других городах был. Вот. И вот его всегда помнят как очень искреннего, очень доброжелательного, и человек, который всего без остатка себя, в общем, он принес 3 инфаркта. Вот, и, но все равно продолжал, значит, вот эту работу, вот как, значит, как в нашем городе, так и в других городах. В ходе принял участие и заведующий отделом по работе с нецерковными организациями Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Сергей Николаевич Шаров. Сейчас он сам является борцом за народную трезвость. Да, я участвую в этом крестном ходе трезвенников, потому что точно так же, как и многие здесь присутствующие, я не участвовал в этом безумии, вот, и винопитии на Новый год, так называемый. И со своей семьей мы его отметили трезво. И сегодня здесь со свежей головой участвуем в молитве, которая, надеюсь, поможет и нашей семье, и нашей стране вот такой вести здоровый и трезвый образ жизни. Буквально за 2 недели до этого на юбилейной конференции, посвященной столетию первого съезда трезвенников, он выдвинул интересное предложение, которое было поддержано и другими участниками. Он считает, что необходимо вести так называемый налог на спаивание. Что мы имеем в виду? Наверное, кто вот сейчас даже ходил перед Новым годом по магазинам, он видел, хочет человек или не хочет, он так или иначе проходит мимо длинных рядов с алкогольными напитками. Причем это, так сказать, нас не спрашивают, хотим мы идти за алкогольными напитками, идем мы с детьми или без детей. Но когда мы идем с детьми, просто невозможно пройти мимо этих рядов. И дети видят, как взрослые дяди, тети выбирают красивые бутылки с яркими этикетками. Это создает пример для подражания. Хочется тоже быть взрослым и так далее. Конечно, мы считаем, что спиртное должно продаваться в специализированных магазинах. Но, как
такой переходный шаг, может быть, к этому. Предлагаем подумать и ввести, чтобы подтолкнуть производителей спиртного и продавцов отказаться от такой пропаганды, ввести налог на продажу со всей продукции, с тех магазинов, которые продают спиртные напитки. То есть, если продовольственный магазин продает наряду с продуктами еще спиртные напитки, то тогда он должен платить дополнительный налог, который взимается со всего оборота. Это может быть типа НДСа или просто наценка. Вот, поэтому что это даст? Это создаст условия для того, чтобы производители и продавцы алкогольных напитков отказались от продажи, то есть они окажутся в неконкурентном состоянии. А деньги с этого налога взимать и направлять на поддержку трезвеннических движений, потому что, по сути дела, все эти движения работают на энтузиазме, на голом энтузиазме, да? И, конечно, силы не равны. Индустрия, которая выкачивает огромные сверхприбыли с того, что спаивают людей и нашу молодежь, и просто подвижники благочестия, такие как Владимир Алексеевич Михайлов, вот панихида, на могиле которого только что была отслужена. Это мы знаем, люди фактически, которые делают это без всяких денег, без всяких корысти и не имеют возможности вот как-то организовать более такую работу, там, нанять специалистов специальных, да, которые могут креативно, как это сейчас говорится, вести эту работу, там, сделать хорошие плакаты, выпускать хорошие передачи и так далее. Вот эти деньги должны пойти туда. И это уравновесит силы тех, кто самоотверженно борется сегодня с алкоголизмом, и силы тех, кто получает сверхприбыли на спаивании нашего народа. Вот с такой инициативой мы выходим и просим поддержать, потому что сейчас существует закон, если законодательная инициатива набирает достаточное количество подписей, то она является обязательной для рассмотрения в парламенте. Но также этот закон можно принять и на региональном уровне. То есть каждый регион может провести эту инициативу и подать в свое законодательное собрание, подать депутатам, написать обращение. И мы к этому призываем. И пускай депутаты в каждом регионе покажут себя, покажут свое отношение к спаиванию народа, к тому, что наши дети становятся заложниками вот этой ситуации. И как еще раз говорю, что мама многодетная, отправляя ребенка своего за хлебом, подвергает ему воздействию вот этой рекламы агрессивной алкогольных напитков и обрекает его на воздействие алкогольной пропаганды. Вот давайте эту ситуацию устраним в нашей стране. Мы надеемся, что эта инициатива будет поддержана многими людьми. За судьбой предложения мы будем следить. На этом у меня пока все. Наш следующий выпуск будет посвящен Рождеству. Вы увидите, как отмечают праздник православные трезвенники. Счастья вам, удачи, любви и всего самого хорошего!